Производство Метод Анимасьон совместно с музеем Сент-Экзюпери Даге. Продюсеры Атон Сумаш, Алексис Ван Арп, Дмитрий Рассан, Седрик Пайлот. Художники Габриэль Вильяте, Пьер Алан Шартье. Композитор и дирижер Фредерик Талгорн. Режиссер Пьер Алан Шартье. «Маленький принц» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Д-333. Планета Амикопов. Часть вторая. Милая Роза, мало того, что Бруклин сбежала, а Бамако пытается схватить Сахару, так теперь нам еще предстоит схватка с сумраками, которые преградили нам путь. Сценарий диалоги Элоизы Кокочи. Это, наверное, чудище Сахары. Бруклин предупредил его, что мы идем. Это неправда. Эти создания — это сумраки, и посланы они змеем. Хватит болтать, новобранец. Вперед, мои храбрецы, в атаку! Вперед! У него нет шансов! Эй, сюда! Не хотите сыграть в камень, ножницы, бумага? Хотя вряд ли сейчас время для игр. Камень! Похоже, у них есть и четвертый вариант. Похоже, они победили. Бумага! Бумага против ножниц. Ножницы режут бумагу. Они снова выиграли. Бумага! Последний раунд идет за три. Бумага вернула камень! Маленький принц полетел! Спасибо тебе, храбрый новобранец. Если бы не твоя идея, мы бы отступили. Огромное спасибо. Маленький принц, смотри. Эти уши вернулись. Было ясно, что Амикопам не справиться со змеем. Я знал, что нужно убедить их отказаться от своих планов и затем найти Бруклин, чтобы она попыталась урезонить Сахару. Все небо кишит этой летучей рухлядью. Что нам делать? Сдаваться? Никогда. Бамако, нам их не победить. Нужно поговорить с Сахарой. Нет. А если нам воспользоваться твоей чудо-книгой, чтобы привязать их к облаку и отправить в космос? Нет, Бамако, я не буду злоупотреблять своей силой. Выход один — договориться с Сахарой. Идея! Мы отключим их насесты, чтобы перехватчики и тарахтелки не смогли подзаряжаться. Она права. Сержант Галин, охраняй этих двоих. Вы двое отключите насест. Прикольно. А мы с тобой поймаем Сахару. Я не дам вам к нему приблизиться, пока мы с ним сами не переговорим. Что вы делаете? Прости, но после поступка Бруклин я должен быть уверен, что нас больше никто не предаст. Милая Роза, нас сочли предателями. К счастью, у Лиса была припасена пара фокусов. Держись! Эй, твоим друзьям там нужна помощь. Не оставляй их в беде. Давай руку! Помоги! Нужно срочно найти Бруклин. О нет, ты предлагаешь вернуться на электростанцию. Может, пусть уж змей хоть разок победит. Даже не шути так. Ты же знаешь, мы не можем бросить этих людей. Милая Роза, так как мятежники были настроены пустить в ход силу, я должен был помешать их планам. Моей единственной надеждой было, что Бруклин заставит Сахару прислушаться к голосу разума. Но я не знал, поверит ли она нам теперь. Бруклин, Бруклин.
счет. Даже куры оказывали мне более теплый прием. Думаешь, портрет заставит ее передумать? Это не я его метнул. Пошли внутрь. Может, спросим, не завалялось ли у нее сыра и паштета? Тут можно говорить? Да, я отключила тарахтелку, прости. Я подумала, что вы заодно с мятежниками, а я не хочу, чтобы Сахара пострадал. Мы этого не допустим. А? Вы с Сахарой были друзьями? Да, я ходила к нему на станцию, но он думает, что я против него. Скажи мне, почему он стал таким тираном? Если мы сможем понять его поведение, то, возможно, убедим его остановиться. Верно. Да, Сахара не отличался от остальных хомякопов. Ну, если только самую малость. Я часто приходила к нему на станцию. Меня завораживало это место. Особенно узел связи. Сахара там за всем надзирал. Он очень серьезно относился к работе. Потихоньку мы подружились, а затем стали неразлучны. У Сахары много достоинств, но голос в их число не входит. Пока, до встречи! На чем вы смеетесь? Над твоим голосом. Такого писклявого голоса мы не слышали никогда. К несчастью, скоро это вошло в привычку. А затем, одним прекрасным летним вечером, весь город отмечал праздник сбора урожая. Играл чудесный оркестр, и Сахара пригласил меня на танец. Этот вечер мог стать лучшим в моей жизни, но быстро превратился в катастрофу. Бруклин, я должен сказать тебе нечто очень важное. Просто хочу, чтобы ты знала. Он, естественно, обиделся и убежал, так и не сказав мне того, что хотел. Сахара! Сахара! Здравствуй, мой несчастный друг. У меня нет друзей. Теперь есть. Скажи, Сахара, ты и дальше намерен мириться с насмешками этих болванов? С твоими-то мозгами ты мог бы навсегда заткнуть им рот. Ты же отвечаешь за эту электростанцию. Да, это я. Я увидела этого змея и в ужасе убежала без оглядки. А остальное вы знаете. Сахара перепрограммировал перехватчики и тарахтелки и заставил замолчать весь город. Мы пытались поговорить с ним, но он не слушает. Значит, Сахара просто мучился и ждал нормального к себе отношения? Я должна была тогда что-то сказать, а теперь он мне не верит. Никогда не поздно все изменить. Если он думает, что я с мятежниками, то он заблокирует все входы на станцию. Сначала надо убедить мятежников помочь нам найти туда вход.
А затем не дать им причинить Сахаре вред. Я с тобой, маленький принц. Да, но они считают нас предателями. Все зависит от подхода, мой друг. Отлично, не видно ни души. Не обманывай себя. Они прячутся, выжидая момент для удара. Я чувствую их коварное присутствие. Видишь, они готовятся к атаке. Надо действовать быстро. Ты прав, змей? Они повсюду. Они идут. Так, хватит валять дурака. Срочно найдите их. Избавьтесь от них. Ты что делаешь? Ситуация стремительно ухудшалась. И я не знал, как действовать дальше. Нужно было защитить Сахару от мятежников, но я не мог допустить, чтобы сумраки причинили им вред. Смотри, они окружены. Это и есть предусмотрительный план Бамако. О нет, будто сумраков мало. Тут еще и перехватчики с тарахтелками. Им самим не справиться. Их так много. Я всегда считал, что музыка успокаивает душу. Да. А теперь на станцию. Давай Сахару. В атаку! Придется выломать. Приготовить таран. По крайней мере, теперь он может кричать, не опасаясь перехватчиков. Сахара! Сахара! Бруклин, только не говори, что ты возглавляешь восстание! Эй, кто это с тобой? Это маленький принц. Он пришел помочь. Вместе мы все уладим. Слишком поздно. Сахара, с тобой и твоей тирании покончено. В атаку! Да! Да! Кто выключил свет? Держу его! Я тоже! Молодцы, парни! Привести ко мне пленника! Вы что делаете? И куда он делся? Кажется, он сбежал! И меня не поймать! Бамако, ты обещал дать нам поговорить с ним? Нет, нет, я ничего такого не обещал. Мой план увенчался успехом. Я избавился от тирана. Электростанция, наконец, наша. Деспота больше нет. Разве я не самый блестящий стратег? А теперь вернем этому месту его изначальную функцию. Пусть оно снова станет узлом связи. Этот Бамако слишком о себе возомнил. Ой.
кусач. Отвертку. Надо найти Захару. Боюсь, как бы не случилось нечто ужасное. Не волнуйся. Зная его, я уверен, он нашел, где спрятаться. Гаечный ключ. Как меня это бесит. Ладно, я просто все отключу. Так они? Нет. Получилось! Эти мерзкие машины не работают. Видимо, мятежники отключили питание главной системы. Да! Отлично. Теперь поймать этого глупца будет расплюнуть. Принц, мы должны найти его раньше них, ты обещал. Тебе нужно изложить свои мысли на бумаге. Тогда Сахара узнает о твоих истинных чувствах. Главное, имя его правильно напиши, а то он такой чувствительный. В этом письме Бруклин смогла передать свои чувства к Сахаре. Прямо как я тебе, милая Роза. Итак, мы обрели свободу. Пришло время расплаты. Вперед! Еда! Найдя Сахару, мы заставим его пожалеть о том дне, когда он заткнул нам рты. Прошу, быстрее. О! Лети, посланник, лети. Письмо — это хорошая идея. Будем надеяться, что почта не бастует. А теперь надо помешать им причинить вред Сахаре. Лис, не хочешь прокатиться? Ладно, все на борт. Что ж, по крайней мере, укачивание мне не грозит. Ведь я давно уже ничего не ел. Да! Мы можем говорить! Мы ура! Мы можем говорить! Сахару не видели? Ура! Где он? Какое счастье! Ура! Его надо наказать! Сахара, ты не можешь прятаться вечно! Ты еще можешь победить их! Ты гораздо умнее этих мятежников! Чтобы наша жизнь снова стала прежней, мы должны найти Сахару, чтобы он никогда больше не заткнул нам рот. Вы со мной? А? Да! Найти вас, хватить и наказать! Не обращай на них внимания. Ты слишком далеко зашел, чтобы останавливаться. Ты должен снова захватить станцию. Только тогда никто больше не будет над тобой смеяться. Сейчас свою местность, надо найти его. Он наверняка взял директор, конечно. Он не мог далеко уйти. Что это? Сахара, помнишь тот праздник в честь сбора урожая, когда мы танцевали? Ты хотел что-то мне сказать, но так и не закончил фразу. С тех пор я умираю от желания ее узнать. Не забывай, Бруклин на их стороне. Возможно, это ловушка. Оставь меня! Я больше не буду тебя слушать ни за что! Какая неблагодарность! Я был твоим единственным другом, когда все остальные смеялись над тобой! Вон он! Хватай его, пока он снова не сбежал! Сахаром? Наконец-то! Тебе есть что сказать в свою защиту? Ну, я жду. Простите, я правда не хотел. Простите меня.
О последствиях надо было думать раньше. Оставьте его! Пожалуйста, насилие – это не выход. Но он причинил столько бед. Вы имеете право сердиться на меня, но когда вы все издевались над моим голосом, моя гордость была задета, и я думал только о том, как отомстить. Гнев ослепил меня. Но сейчас я понимаю, что не могу заставлять вас принять меня как равного. Ты получил мое письмо? Получил, Бруклин. Я хотел сказать тебе, что люблю тебя. Я всех вас умоляю, простите меня. Что ж, я думаю, нам всем надо проявить снисхождение и начать все с чистого листа. Мы должны перед тобой извиниться, Сахара. Ничего бы этого не случилось, если бы мы приняли тебя таким, какой ты есть. Я прощу вас, но при одном условии. Я очень хочу потанцевать с той, кого я люблю. И сейчас начинаем праздник. Вот так. Я снова могу говорить. Следующий. Та-там, та-там-там. Та-та-там, та-там. Лис, потанцуем? Сахаре просто нужно было знать, что где-то есть та, кто его любит. До скорой встречи, милая Роза, и всего наилучшего. Все хорошо, что хорошо кончается. Какое облегчение! Побыстрее возвращайся, мой милый принц.